Здравствуйте, уважаемые наши зрители! И сегодня такой прекрасный день. Перед вами чудесный человек Андрей Мерзликин. Да, награждается дипломом созвездия. И я хочу еще от себя тоже вручить вам еще один подарок. Вот, диск подарочный. Спасибо, да. Слушайте хорошие песни. И, конечно же, возьмите диплом ваш прекрасный. Спасибо. Андрей Ильич, я хочу задать вам главный вопрос. Кто именно посопутствовал, дал вам наставление? Тот стержень заложил вас? Это бабушка, дедушка или ваши родители? Что вы стали вот таким актером именно, что это ваше именно? Вы поняли, что это вот то, что вы всю жизнь искали? Слава Богу, за все. Есть такой ответ, который полностью соответствует моему мировоззрению. Слава Богу за все. Все с Божьей помощью. С Божьей помощью. Да. Это хорошо. Напутствие кто давал? Ваши родители, дедушка, бабушка, кто? Или все вместе? Ну, через родителей. Через родителей. Родители, да. Родители. Маме спасибо, с отцом. Вот. Помните своих предков, берегите их. И, конечно же, первый вопрос. Что для вас значит слово «семья»? Семья для меня значит ответственность. Моя человеческая ответственность. Запомните эти важные слова. Ответственность. Ну и второй вопрос. Ваше напутствие молодому подрастающему поколению. Что посоветуете? Быть более ответственным к людям, окружающих вас. С чувством юмора относиться к самому себе. И бороть себе невежество. Возрастайте, как можно больше читайте литературы, хорошие книги. Получайте образование, самообразовывайтесь, если нет времени на хождение в школы и в институты. Помните, что человек это должно быть все-таки высоким званием. Надо заниматься самим собой. Да, еще последний вопрос. Что для вас значит слово «любовь»? Дар Божий. Это 100%. Вот за это я вам пожму руку. Потому что действительно дар Божий. Потому что любовь – это такое прекрасное чувство. Чувство полета. Чувство, которое заслуживаем мы, когда несем добро. И чувство, от которого мы все произошли. Верно? Будем надеяться, что это так. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Спасибо. Новых побед. Спасибо. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Проект «Певец из народа» предлагает услуги по саунд-продюсированию, которые включают в себя А. Написание оригинальной музыки и аранжировки. Б. Написание оригинальных текстов песен. В. Сведение, мастеринг композиций. Также оказываем поддержку в ротации на радио. Предлагаем услуги по фото- и видеомонтажу, съемка ваших концертов и мероприятий. Участникам и подписчикам нашего проекта полагается скидка 20%. Возможна удаленная работа с исполнителем.